Ремонт автомобильной развязки улицы Луганской и объездной автодороги в Екатеринбурге должен быть завершен до начала нового учебного года. Такую задачу подрядчикам поставил мэр уральской столицы Алексей Орлов во время посещения строительного объекта. Луганская машина вот этой развязки – это важнейшая транспортная артерия, которой ежедневно пользуются десятки тысяч автолюбителей. Поэтому отремонтировать ее необходимо в максимально короткие сроки. Мы разбили ремонт этой развязки на 2 года в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году сделали, привели в порядок одну часть развязки. В этом году работы такие гораздо более масштабные, потому что несколько съездов. Необходимо еще отремонтировать деформационные швы, все заменить. По словам Алексея Орлова, это инженерное сооружение было построено в 2002 году. И за 20 лет ни разу капитально не ремонтировалось. Что, с одной стороны, говорит о качестве выполненных тогда работ, а с другой обязывает серьезнее подойти к начавшемуся ремонту. Эта дорога должна прослужить минимум 20 лет. Есть такое понятие, как деформационный шов. Их здесь не один десяток на вот этой развязке. Их нужно все заменить, потому что это металл. Металл с бетоном, коррозия. И понятно, что до беды, до аварийной ситуации уже было недалеко. Все-таки 20 лет мост служил без ремонта. И для того, чтобы эти работы провести качественно, естественно, нужен постоянный контроль за использованием материалов. Какой используется металл, какая асфальтобетонная смесь, выравнивающий слой, чистовой слой. То есть это очень серьезная и сложная работа. Исполнительный директор компании-подрядчик ремонта Светлана Тамбовцева доложила главе города о том, что уже сделано на этой развязке и какие испытания проведены. Вырубается керн, отвозится в лабораторию, при определенных условиях загружается в лабораторный оборудование, и по результатам испытаний понятно, как асфальт держит воду, потому что мы все прекрасно понимаем, у нас весной ямы образуются. Почему? Потому что вода проникает в асфальтобетонную смесь, разрывает битумное вяжущее, получается яма. В настоящий момент мы уже выполнили работы в полном объеме по асфальтированию подходов, правке и установке нового гранитного бортового камня. Уложен выравнивающий слой, вот здесь вот мы его видим. Дальше это покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, изготовленного на полимерно-битумном вяжущем, которое, в свою очередь, позволяет повысить его долговечность. Проверилось это все контролем качества. У нас своя собственная лаборатория, которая обеспечивает качественный выпуск асфальтобетонной смеси, плюс лаборатория подрядчика. Водонасыщение отличное, дорога будет стоять долго. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Вот сегодня мои коллеги здесь, как раз мы традиционно по средам проводим объезд. Этот объект у меня выведен на монитор. Я могу в кабинете наблюдать. Да вы что? Конечно, сколько здесь находится техники, сколько людей. Техники людей здесь достаточно на этом объекте. Мы планируем прямое движение открыть уже 1 августа, раньше намеченного срока, и полноценно открыть развязку вместе со всеми съездами, но уже постараемся к началу учебного года.